Всем привет, с вами снова Соня, и не смотрите, что я в новогоднем свитере, совсем скоро ноябрь. Да, это интро снималось в октябре, не осуждайте меня. И совсем скоро я буду иметь полнейшее право носить его. Я решила, знаете, репетицию сделать. Вот такой вот у меня свитер. Да, и вы его, скорее всего, увидите в новогоднем холле, который я сниму ближе к декабрю. Знакомьтесь заранее. Скажу честно, я очень сильно была поражена, когда прошлое видео, мой плейлист, реально получил очень много хороших отзывов не только от моих зрителей на YouTube, но и, в принципе, от друзей, от знакомых. И, знаете, я загорелась идеей сделать еще. Мне самой понравилось это все делать, мне самой понравилось творить, скажем так. И я решила, что... Почему бы и нет? Сегодня плейлист будет немножко необычный. Я не знаю, как писать этот плейлист, но это вот именно те песни, которые... под которые я могу поплакать даже. Наверное, так. Просто последние месяцы в моей жизни очень много что изменилось. Не скажу, что прям кардинально, но меня это выбило из колеи достаточно сильно. И мне нужна была хоть какая-то поддержка, помимо человеческой. Я искала поддержку в самой семье. Я искала какие-то стержни, которые я могу поставить, какие-то колонны, которые я могу возвести, чтобы не падать. Чтобы здание не рушилось, скажем так. Этими стержнями, этими колоннами, этими подпорками стали песни. Я не хочу с вами делиться негативом, потому что вы сюда приходите не для этого. Но как бы... по некоторым просьбам, может быть, я сделаю видео отдельное, где я расскажу, что случилось, почему и как я из этого убираюсь, потому что я еще не выбралась, но не сейчас точно. Прежде чем мы перейдем к видео, я хочу сделать некоторые ремарки, которые я сделала уже в своем первом плейлисте, но я думаю, что все-таки нужно повторить, тем более есть новенькие люди, которые не смотрели первую часть, вот, поэтому я считаю, что будет правильным, если я повторю. Итак, первое, я делюсь с вами песнями, которые нравятся мне. И если они нравятся вам, хорошо. Если они нравятся вам, прекрасно. Я не настаиваю ни на чем, я не заставляю вас слушать песни, я не заставляю вас любить эти песни. Так же, как я уважаю ваш выбор песен, я хочу, чтобы вы уважали мой выбор песен. Потому что мы все разные, и сколько людей, столько и мнений. На каждую песню найдется свой любитель и свой хейтер. И я хочу, чтобы вы знали об этом и понимали это. То, что не говорите, что чужой вкус плохой просто из-за того, что вам не нравятся песни, которые он слушает. Это не так. И если я не люблю слушать тяжелый рок, это не значит, что я буду негативно относиться к человеку, который слушает тяжелый рок. Опять же, я не смогу все с песни влить в этот плейлист, но, наверное, вот самый топ я вам дам послушать, вам покажу. И надеюсь, что он вам понравится. А на этом все. На этом я заканчиваю свое некое вступительное слово, свое некое интро. Также прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк. Напишите в комментариях какую-нибудь вашу любимую песню. Неважно, самую любимую, такую средненькую. Просто напишите любую песню, которую вы бы хотели, чтобы я послушала. Потому что мне интересно, что вы слушаете, что вам нравится, что вы предпочитаете в музыке. Вот, на этом все. На этом я заканчиваю свою длинную речь. И давайте перейдем к видео.
сердца. Не узнавай меня, 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 просто не узнавай меня, прошу, не узнавай меня. Основы обращения со своими демонами и самим собой нам бы не помешал. А хули нет, когда-то на ты с пацанами свалил домой или курил в гаражах. Безответная любовь, крах иллюзий и больное ЧСВ. Всечные друзья, и если ничего уже не измерить, возьми бензин и спич и сожги это к чертям. Прощай, родное дно, не смотреть назад. Жизнь это кино, но вместо камеры глаза. Такой холодный мир, такой безумный миф. Мол, вырасту и стану, как тот космонавт. Давай никогда не прощать. And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Rescue me, rescue me, rescue me.